Ребят, всем привет! Вы на канале у Никитосики. Сегодня продолжаем проходить Данлайт. А именно первую часть. Наборы физиксы. Что-то уже поздно ночью, но я все-таки решил еще покатать. Все-таки эта игра мне очень по душе таки. Так, что у нас по заданиям? Так, вот побочные задания. Сегодня по побочным заданием пойдем. Давайте вот это вот проверим, что там. Взломаем. Все, вот так взламываем, короче. Поговорить с дочерью Аиды. Ясмина. Аиды Ясмина у нас есть. Так, 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 так. Аидка, 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 Аидка. Понятно. Типа здесь у нас ничего нету. Ладно. А тогда тебе стоит его найти. Да вы издеваетесь, искать его еще. Груна? Будь зубная боль человеком, ее звали бы Грун. Увидишь его, сбрось. Понятно. Так, сюда нам надо поговорить. Ясмина, я хочу помочь твоей маме. Поговори со мной. Твоя мама в опасности, мне нужно найти ее. Ее нет, ее укусил. Гарун сказал, что укушенной тут жить нельзя. Я отведу ее туда, где есть лекарство, оттуда ее не выгонят. Ты можешь рассказать, что случилось? Мы с Джамилей полезли под забор, чтобы найти маму. Долго искали, нашли в домах за туннелем. Только там был кусака, он укусил меня, а мама стукнула его по башке. Тебя укусил? Чуть-чуть, я пыталась убежать. Что сделала мама? Она завела нас в дом, а сама пошла искать лекарства. Потом она вернулась и сказала Джамилю ждать меня. Отвезти так. Надала тебе лекарства? Да. Он сказал, что нужно будет еще, но мы с мамой можем остаться в его подвале, как его куклы. Я не поняла, а мама испугалась и ударила его. А мне сказала бежать, я побежала. Все хорошо, Ясмин, я найду ее. Где живет тот человек? Не знаю, там много молотков и топоров. А брат твой, Джамиль, прячется в доме с красными цветами. Ты смелая девочка, но тебе придется тут побыть еще немного, и пока что держись подальше от Гарона. Ты правда даешь мою маму и братика? Обещаю. Спасибо, мистер. Давайте пойдем, 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 пойдем. 25 метров, 25, 25, 39. Ты Гуран. Мне нужно найти Гурана. Гуран никому не нравится, но как по мне, он единственный, кто знает. Нельзя быть одновременно жестоким и популярным, верно? Понимаешь, о чем я? Нет, не понимаю, о чем ты. Вот вообще не понимаю. Гуран. Где мне найти Гурана? Он, скорее всего, под мостом. Там обычно живут тролли. Жрет рыбий голову, думаю. Пипец. Поговори с Гураном так. Так, ладно, понял, понял. Плывем, короче, пацаны, под мост. Под мост немножко подплывем. Ай, ну что ж так больно-то, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как можешь жрать рыбью голову, я не понимаю. Так, ты Гуран. Ты не видишь, я занят. Почему ты изгнал тут женщину из деревни? Какую? Аиду? Она заражена. Заражена тут не место. Это Гюрсис придумал. Некоторые люди не хотят брать на себя ответственность. Я взял. Если Аида не хотела, чтобы ее выгнали, не нужно было подставляться под укус. Не везет, что теперь. А ее дети? А что дети? Тут нет анестезина. Им что-то повезло, что не пришлось смотреть, как кромсают их мамашу, которая... Ты начинаешь меня раздражать. Слушай, мне не нужны неприятности, ты вроде нормальный парень. Хорошего дня, ясно?
Это тебе врезал. Да жалко нельзя. Сгинет глаз моих. Охренел какой. Не выпендривайся, а. Так, найдите за туннелем дом с красными цветами. Ёшкин кот, чё так далеко насыться мне надо? Ага, и опять 200 метров. 200 метров туда, 200 метров обратно. Ну что поделаешь. Так, вот он пирс. Пирс. Сто шестьдесят пять метров. Вот торговец. Так, у тебя вот это вот все заберем. Кроме стрел. Тут вот все. Все, понял. Свободные ячейки у нас нет. У нас, значит, хорошо навалом. Так, уйди. Уйди, нехороший. Так, бежим же мы сейчас за туннелем. Дом с красными. Крейн, как слышно? Что такое? Кто-то обратился на 17 этаже. Мы пытаемся удержать ситуацию под контролем. Но. К черту. Рановись, Крейн. Нам нужен антитин, кровь из носа. Раис обещал два ящика, Брекин. Так, у меня тут Путин что-то вылез. Новости Путина. Нахрен они нам нужны. Я не знаю, почему они вылезли. Не должны поебли вылезть. Так, ладно. Целых два, клянусь, я сделаю все, что смогу. Боже, ты нам поможешь. Какой он, Все. А что они тут взламывали-то? Я тут мимо шел как бы, но да ладно. Да ну нахрен. В эту сторону что ли? Да ты издеваешься. Да иди ж ты нахрен. Аллилуйя. Аллилуйя. О. Растут топорик, тоже поинтересней. Найдите дом с красными цветами. А, да? Проверьте дом, где прячется Джамиля. Так. У нас все нормально. Охренело, еще меня зацепить успела. О, статуэтка. Так, а где плачет? Откуда идет? Здесь Амишка. Поговорите с Джамилей. О, записка 08. Записка 08 это то, что нужно. И мне записочки читать нравится. Так. Полицейское управление Хараном. Так, уважаемый капитан Халим, меня зовут Кари Сенер, и я пишу, чтобы изложить свои опасения насчет человека, живущего по соседству. Его зовут Салим. Я не знаю его фамилии, но он живет в 2-3 кварталах от моего дома. Это странный тип, который часто разглядывает женщин и девушек, проходящих мимо. Однажды, пару недель назад, он шел за мной до самого моего дома. Я уверен,
Уверена, что он специально за мной следит. Я чувствую себя на себе его взгляд. А в прошлый вторник он вдруг подошел ко мне на улице и спросил, не хотели бы вы выступить для меня? Не знаю, что он имел в виду, но для меня это насторожило. Мне говорили, что он работает допоздна у себя в подвале. Также известно, что он покупает замки и цепи в больших количествах и часто спрашивает продавца на несколько крепкий должно быть цепь, чтобы удержать человека. Я понимаю, что это не преступление, но похоже, к тому все идет. Пусть кто-нибудь допросит его. Спасибо, Кари Сенер. Так, ладно. Так. Где она? А, она в шифонере. Помоги, мама. Не бойся. Ты ведь Джамиль? Да. Я ищу твою маму. Может, знаешь, где она? Ясмин укусил зомби. Мама отвела к человеку, который нашел лекарство с неба. Его зовут Салим. Ты знаешь, где живешь, Салим? В мастерской. Джамиль, я разыщу твою маму и вернусь за тобой. Жди меня здесь, хорошо? Ага, приходи скорее. Не волнуйся. I'm back. Найти дом Салима. Так. Батончик для заряда бодрости. Пачку сигарет. Ну жизнь нынче тяжелая. Все вот сдаем. Находятся же люди еще, которые в это время курят. Типа им нужно легкие развивать, бегать, а они еще и курят. Сигареты вообще должны быть обычным барахлом дешевым. В таком случае, мне кажется, во время вот паркура. Я не знаю почему. Вот нахрена, вот сигареты это же реально то, о чем ты будешь думать в последнюю очередь во время зомби-апокалипсиса. Так. Здесь у нас закрыто. Мы можем здесь пройти? Нет, мы не можем здесь пройти. Так, у меня пистолет есть. Повышена ловкость. Да, господи. Твоего шпотика. Кстати, надо ловкость посмотреть, что там у нас по навыкам. Ловкость, что это такое? Урон в прыжке удвоен. Так, ладно, это что у нас? Количество нажатий необходимо для того, чтобы вырваться из захвата. Это что у нас? Нажмите и сразу... Во, вот это вот нам нужно. Это вот нам пригодится. Это не хухры-мухры С. С перед падением называйте. Это вам не хухры-мухры, ясно? Это не то, что вам там паркуром заниматься. Правильное падение. Это С нажать надо. Лежи, скотина. Ты! А ты откуда взялась? Охренеть. Откуда... Это, а она откуда взялась? Там же никого не было. Я так чисто по блату шмякнул, думал, блин, никого нету еще. Почему бы типа как бы одиночку не избить, но да ладно. Там еще кто-то оказался. Хрена, бронеавтобус, конечно, так прикольно. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу вот это сделать. Я не хочу этого делать, понял? Он где-то снизу, да? Он где-то снизу. А, он не где-то снизу. Меня обманули. Че мне вот сразу прямо не бежалось? Теперь найдите дом Салима. Ладно, я понял. Тук-тук. Салим, нужно поговорить. Проваливай, я вооружен, так что шел бы ты подальше. Ты должен отпустить Аиду. Что за Аиду? Ты про эту глупую бабу, она мертва, она была заражена, пришлось убить ее. Ее дочь говорит, у тебя есть анестезин. Ничего не знаю, я тут ни при чем. Без нее я не уйду.
Да, хочешь устроить дискотеку? Давай я приглашу гостей. Хочешь устроить дискотеку? Давай я приглашу гостей еще. Опа, на. Тихо. Уничтожьте мутантов. Лето крыса, да? Не, ну лето крыса. Какой же ты крысеныш, а? Тихо. Тихо, тихо. Тихо, еще один. А мне топорик нравится. Так, давайте по одному. О, зашибись. И что, это все что ли было? Против лома нет приема. И у меня аптечки нету, прикольно, зашибись. Сейчас, короче, пацаны, крафтим аптечку. Ага, и у меня алкоголя нету, зашибись. Ай. И все что ли? Почему-то на видео это было прикольно. Все. Изи босс. Рабочий топорик. Нормально. Так, секундочку. Я хочу кое-что сделать здесь. Мне вот это вот не нравится. Все, я вернулся. Так, легендарных предметов пока тут нету. Она из шкафа, она далеко не сбежит. Так что за нее можно не переживать. Косметика. Да ну нахрен. Я думаю, этого хватит. И все, $187, серьезно? А откуда ключи? А ключ откуда его? Боже, что он сделал с тобой? Тише, тише, ты свободна. Ясмина, моя дочь, она пошла? Все в порядке, она в деревне. Твой сын еще прячется в доме. Где ты его оставила? Что же мне делать? Мы не можем остаться в деревне. Гарус нас вновь выгонит. Ты вместе с детьми отправляйся в башню. Ты найдешь врача по имени Лена. Скажи ей, что Крейн просил позаботиться о тебе. И что он даст достаточно антистина для тебя. Крейн, это ты? Да, я Крейн. Теперь иди к Джамилю, он тебя ждет. Ясмина у твоей сестры. Спасибо, что был добр ко мне. Я думала, в мире не осталось доброты.
Все, так. Пойдемте следующее задание побочное. Что у нас так? Ядовитые травы. Ищите ядовитые травы. Вот мечено. Блять, тоже да это все и трава. А это для чего? А это в каком районе искать надо? Ну тогда пойдемте на договор с Раисом. Что поделаешь? А, его башня находится там. Ну вот там можно будет траву невесту собрать. Там у нас что, Мелиха. Ну я думаю, мы сгоняем потом за этой наградой. Нам главное это очки выживаемости. Ой, 700 метров, охренеть сколько бежать. Так, по сюжету, кстати, у нас 12% сюжета только пройдено, так что нормально. Так что нормульно. Так что нормально, нереально. Реально, ненормально. Так когда я уже в кого-нибудь попаду? Я хочу в кого-нибудь попасть. Так, тут нормально. А что, они даже ничего не заплатили? Пипец. Ладно, ладно, я это запомню. Запомнил. Вот представляете, вот есть такие охреневшие, которые ничего не заплатили. Я вот с других даже ничего не просил, а они платили. А тут, я думал, что мне заплатят, тут не заплатили. Где логика? Крейн, где ты сейчас? Угу, тебе надо кое-куда забежать. Зачем? Наши ребята потеряли где-то возле рынка. Ну что ж, это не мое дело. Ой! Он охренел в меня вышел и стрелять начал. Конверт нашел. Нет, еще, погоди. Винтовку заберем. Найти конверт с чертежом. Вот мудозвон несчастный. Так, у тебя что есть? Вот он конверт. Okay, got it. Good. Bring it back to me right away. Good. You're going to be a hero around. Тащи его сюда побыстрее, будешь героем дня. Hey, эй ты, сюда. Сюда, сюда, чё? Я здесь here. Наверху, где ты? Сука. Фу. Где ты? Что, еще живой? А, это кто плюнул? Ладно, я не понял, на каком верху ты. Думаю, можешь вернуться, что местные Раиса не любят. Карим. Этого они его боятся. Так, сейчас. Знаешь, что я поговорю по Макиавелли? Точно, умный был мужик. Надеюсь, около груза никого нету. Откуда этот дым так далеко несется, что ли? Свалили нахрен. У меня волына. Свалили. Дрыснули отсюда. Угу.
И что, они типа так и будут стоять? Да, я понял. Четко. Четко, четко, четко. Валить пацанам надо было, пока я давал шанс. Так, ладно, у нас 400 метров. 400 метров мы пробежим еще по херне по времени. Нам это вообще изи. А кто там орал? Типа, эй, 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 я здесь наверху. А что, прикол, ни хрена не понял. Это у кого-то сверхпрыжок такой. Ну это я не собираюсь, блин, это не доп-квест. Доп-квест так не пом... Доп-квест так не помечается, я хотел сказать. Доп-квесты помечаются по-другому. Вот вообще по-другому. Чё? Я думал, это Зеленский. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ядовитое перо, чертеж. Ладно, погнали дальше. Пугнули дальше. Топаем дальше. Чё орёшь? С утра пораньше. Вот она и башня. Ну-ка, задание. Давайте вот это вот. Полночная невеста. Угу. Двести метров отсюда, охренеть. О, я зачищал? Да, нет. Юбилейный тоннель. Ай. Что у нас здание так? Закройте люки контейнеров. Так, знакомо. Так, а как нам туда забраться? Уйди ж ты нахрен, а? Он так неприятно меня цапнул, блин. Вот прям вообще неприятно это было. Вот знаете, вот ни в коем мере. Ни в коем разе, точнее. А здесь я чё как? Да ладно, я допрыгнул. Так, где мой лучший клинок? Давайте по одному. Юбилей на всех хватит. Четко, давайте, давайте, давайте. А ты что, самый умный? Все, типа бегунов нету, да? Нахрен.
тебя теперь. Так, еще один. За них по 600 опыта прям дают. Прям таки нечестно. Да, и зашибись, конечно, он опять открылся. Просто понимаю. Просто, знаете, вот понимаю. Так, минус тут. Что это было? Я не понял, вот что это было вот. Что меня убило? Кто-нибудь может написать, что меня в этот момент убило? Что? Там же ничего не было. Алло. Алло, гараж. Алкоголь. Опа, она ее где-то что-то ли. О. Прям очень трудно и легендарное. Это мне аж интересно стало. Да ну нахрен. Понятно. Все? Вы серьезно? Здесь мешочек ценностей был, блядь, просто мешочек ценностей. Мешочек долбанных ценностей, за что? Это легендарный сундук, в котором был просто мешочек ценностей. Алло, ну вы что, ребят? Неужели так сложно было что-то положить нормальное? Просто мешочек каких-то ценностей. Очень трудный замок взломать, сложность. А в него стоит вам мешочек ценностей. Как вам такое? Как тебе такое, Илон Маск? И вот что за хрень? Ну где это? Ай, ну что ж ты будешь делать? Просто ради какого-то мешочка. Вот король хотя бы смогли положить, я бы еще понял. Но не просто в шмотов запихали.
мешочек ценностей. Так, где здесь мутанты остались? Просто вот зажать. Тупо взяли да зажали. Все. Нормально, четко. Вот, бита мне нравится. Во, зашибись. Ну все, давайте выйдем. Пойдемте с этим цветком полутни. Сука, легендарный сундук. И в нем какой-то долбанный мешочек с ценностями лежит. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Нет, за цветами я не хочу ходить. Или все-таки давайте сходим, если посмотрим, если там какой-то будет диалог. После этого то... Блин, как бы еще туда попасть нам? Художник горит здание, нормально. В принципе, все как обычно. Тут-то все вот правдоподобно. О! Я просто хочу биту поставить. Великолепная, прям бейсбольная бита. Цветок полуденница, полуденница. Полуночная невеста. Статуэтка. Дайте угадаю, нужно ночью, да, прийти? Карта. Ля, ну давайте все-таки задание пойдемте договоримся с Рейсом. Да. Бита это прям... Ты что делаешь? Ты что, дурак, что ли? Блин, вы это видели, он? Такой умный. Решил, значит, замахнуться на меня. Ой, 39 минут уже как раз. Этот, я думаю, этот будет ролик немножко покороче, по 40 минут. Кстати, что-то у меня по навыкам живут. Нужно 40 тысяч очков. О, УФ грипп. Давайте поговорим с этим Раисом. Растарасы на матрас. Залазим нормально. А, да? Ты здесь, а? Отлично, на тебя можно положиться. Не то, что на этих алкашей. Раис ждет тебя. Может, мы еще поболтаем вместе. Боже, надеюсь, нет.
ту-ту-ту-ту-ту-ту. Милосердие они принимают за слабость. Дашь им палец, они откусят руку по локоть. Понял? Я дал тебе приют, хлеб, женщина, окружение, а ты не можешь выполнить простое задание? Все, всех стоит отправить вам так, чё? А, явился наш лакей из башни. Ты мне принес что-нибудь, дружок? Принес. Твоя очередь отдать обещанное. Твоя щека анестезина. Вряд ли. Твоя преданность башне — лишь слепая покорность, Крейн. Трусливая. Так, ты безумно их правилам, как и моим. Хорошая собачка. Мы же договорились. Твоим друзьям нужен анестезин, догадываюсь, что сейчас как никогда. Так и быть, держи. Ты обещал два ящика, тут только... Если хочешь еще, я дам тебе возможность. Вы Скорпион, Джейд, Альдман из ваших. Приведи ее. Я устраиваю бои на арене ради забавы. Хочу посмотреть, как дерется Скорпион. Любопытно, сколько он продержится до конца. Что? Нет! Забудь, этого не будет. Не слышу уверенности в твоем голосе, Крейн. Кажется, ты еще не сделал выбор. Будешь верным псом и спасешь жителей башни, или будешь мужчиной и спасешь даму? Ну же. Вот охренели, петушня. Отнести анестезин в башню. Вот черт, поговори с ВГМ. Давайте еще анестезин в башню закинем. Да ты твою мать. О, закат. Алый прям. Это Крейн. Доложи. Я больше не работаю на рейсе. Он хочет, чтобы я похитил Джейд Альдмер и доставил к нему для участия в гладиаторских боях. Да, и в чем дело? Что значит, в чем дело? Я не работорговец. Кажется, забываешь, как важно получить файл, Крейн. Раису нужна девчонка, пусть заберет ее, ты будешь рядом и присмотришь за ней. Да как вы же говорите о гуманности, что к чертям происходит? И, кстати, если этот файл может спасти мир, зачем держать его в секрете? Крейн, тебе платят за нарушение субординации. Делай свою работу. И сразу такой вечер, смотрите, стал. Была ночь и стал вечер. Как красиво я отпарировал, да? А как? А, во. Так, давайте освободим пацана. Ты, может, встанешь? Спасибо, что спас меня. Я твой должник. Да не за что, обращайся. Рад помочь. Так, вернемся в башню, отдадим анестезин и закончим на этом этот выпуск. У меня появился травмат. Солнце быстро садится, у нас меньше часа, чтобы добраться до своих убежищ. После этого вы сами по себе. Говорит Альфред,
Общий орвал в башне, не поступает газ. Судя по всему, отключен по всему городу. Причины есть? Нет, наш газовщик Джезов не прошел. Его намекнуть, не заметил. Может, спускать его? Не может, а точно, а побыстрее. Так, чего? Так, давайте это мы в следующем остановимся сейчас, пока мы вернемся сюда. Полный газ задание. Полный газ, полный газ, полный газ. Там что-то со взрывом было прикольное такое. Но пока мы просто вернемся в башню. Ой. Жмахнет или не жмахнет? Брекен, это Брекен, как слышно? Как слышно, черт? Брекен, do you copy? Shit. Jade, this is Crane. Do you copy? Блин, битый бит не прикольно. Была бы на остальное, было бы покруче намного. Ай, твою душу опять этот плювак. Рейс хочет, в общем, он нас скинул, ясно? У меня 5 капсул. Что? Он сдох. Это на пару дней. Слушай, Крейн, у нас форс-мажор. Вспышка на 18 этаже. Срочно возвращайся и береги анестезин. Ну блин, я же подобрал по дороге еще с этих, с того, что сбрасывали. Почему я не могу вот реально отдать и этим, типа, помочь? Сказать, типа, вот я собрался по анестезин и все такое. Ля-ля-ля-тополя там за всю батрушку поговорить. И все, в принципе, мы знаем, кто Раис, на кого работать, куда катить бочку, мы знаем. Со всеми пиздеть нужно. Фу-о-о, 35 тысяч опыта, аж нормально. Ты знаешь Джафара, тип из гаражей, он ищет хорошего паркурщика. Зачем? Он не стал объяснять, но по радио, наверное, что-то важное. Ладно. Типа меня все ищут уже. Типа я уже легенда так. И видишь, из того дома красный дым, если его за... Люди Рейса, они туда непременно вломятся. Парня надо спасти, у меня сейчас так забот хватает, но я подумаю. Так, ладно, из какого дома? Ты что там курил? Я весь внимание. Мистер Крейн, вам что-нибудь говорили имя Волков Ясфиндал? Нет. Волкендал, конечно, он владелец нефтяной компании Волкана. Самый богатый человек в Хране. Все верно, мистер Дал, требуется ваша помощь. Я не думаю, что он до сих пор в городе так. Большинство его сотрудников эвакуированы, но двое главных инженеров все еще здесь. В трущобах так. Они работают над специальным проектом. Это строго конфиденциально, и я не могу обсуждать детали. Даже не буду пытаться измерить важность так. Братья гениальные инженеры, но характер у них, скажем так, своеобразный. Так. Мистер Дарр, просите последовательность, чтобы их работа возобновилась, как вы понимаете. Что надо сделать? Просто делать, что они скажут. Все, вам будут обращаться по мере необходимости и причины, так не займут много времени. Будет. Они свяжутся с вами, когда потребуется ваше. Так, я подумаю. Я подумаю. Так. Навыки. У нас наконец-то появился 10-й. Так, начните делать ловушки в машинах. Так. Это у нас что такое? Так. Обыск трупов становится намного быстрее. Это нам нахрен научить использовать трупы, чтобы... скрывать свое присутствие. Ну давайте вот это вот сделаем. Ты что-то хотел сказать? Так. А, нужно зайти. Так, о, Крейн, человек, давший свет, возьми. Извини, что не расступаюсь в благодарностях, но у меня, знаешь ли, неважный день. Могу чем-нибудь помочь? Да, но Брекен не разрешает говорить опасно. Кто-то дельное? Слушай, Брекен говорит, ночью нужна защита, помощь. Не, слишком много ночных тварей вокруг.
Верно так. Я собрал новую схему с ультрафиолетовым лампой на 10 километров. Это нечто. Прожарит прыгунов за 50 метров. Это будет просто жесть. Есть только на опорах позорного моста. Погоди, ты о световом заслоне? Конечно, там самые большие лампы. Ведь затея не удалась, полный провал. Когда все накрылось, мост пришлось... Если бы не пропало напряжение, все было бы пучком, а когда перезапустили подстанции, система снова заработала. Теперь ночью мост отлично видно. Итак, тебе нужно быть лампочкой? Да-да, но есть одно но. Некоторые перегорели, ясно? Они не светят. Единственный способ определить, какая еще горит, идти туда, когда система под напряжение. Снова ночная вылазка. Добраться туда не так уж. Но если выкрутить годные лампы, то окажешься на мосту в кромешной тьме с кучей проблем. Да, знаешь что, пожалуй, Брекен прав. Брось выбросить из головы, но... Да чего же обидно. Конечно, берем. О, ты для нас награду? Он для нас награду дал. А. Найдите лаванду для благодетельности. Лаванду, значит, да? Его вещи. Халик, я прочел твое объявление на стенде, так? Ты паркурщик, отлично. Этот идиот Давуд уселся в столовой на мои очки. Я без них слеп как крот. И как я теперь буду помогать Альфе? В моей квартире остались запасные пары. Это я недалеко, но я сам туда не добраться. Может, еще что-нибудь захватить? Боже, и ты и правда пойдешь? Спасибо тебе. И это да. Я собираюсь разбить на крыше огород. Как ты хоть с голоду не помрем, но из наших в этом никто не смыслит. Как-то на день рождения мне подарили книгу, я не читал. Правда, называется «Огородный». «Огород для чайников» или вроде этого. Она не на стиле же, но знаешь, возможно, придется хорошенько поискать. О, обязательно так, еще один восклицательный знак. Ништячно. А где он? Стадион. В тюрьму, стадион, тьфу, блин. Так, у тебя что, есть силовой кабель? Вот это вот все забираем. Что здесь у нас есть? Трешку стоит, так. Головолом. Давайте вот этот возьмем. На головолом не хватит. Зловещий скипетр. Давайте гнилой клинок возьмем, так купить. Пожалуй, на сегодня, я думаю, уже все, хватит. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. И всем пока. Ту-ту-ру-ту. Here we go!